всегда сложно найти общий язык и сразу заговорить. Когда на свидании ты сидишь вот так, ну, с человеком один на один, он все равно как-то пытается тебе понравиться, там что-то из себя строить. Карточки даже на первом свидании я бы с тобой тоже взял. Ребята, всем привет! Меня зовут Кристина Шомпа. Я проводник дома «Феромон» в Москве. И я занимаюсь телесной терапией. Это ответвление в психологии, которое гласит о том, что тело никогда не врет, тело все помнит, и в теле мы можем находить очень много ответов на наши вопросы. И тело – это такой источник для нас вдохновения и информации. Я рада приветствовать вас на игре «О чем говорить на первом свидании». Сразу хочу сказать, я не знаю вашего статуса, да, вот, но однозначно эта игра про сближение. Про сближение и узнавание человека, и в первую очередь узнавание себя. Потому что сегодня в этой колоде карт будет три уровня глубины вопросов, которые, быть может, вы даже не задавали сами себе. И в первую очередь, отвечая на эти вопросы, вы узнаете себя и свое отношение, ну, к жизни, да, к жизни, к отношениям. Поэтому это очень здорово знать себя лучше. И, соответственно, чем лучше мы себя знаем, тем больше мы можем выстраивать более честные, искренние отношения с другим человеком. Неважно, будь то мужчина, да, или общение с другими людьми. То есть этот навык коммуникации и не стеснение задавания каких-то очень глубоких вопросов, которые действительно нас каждого волнуют. Вот. И игра позволяет этот навык, скажем так, потренировать и побыть в моменте здесь, познакомиться с участниками. Личная свобода и личное время. Что это значит для вас? И поучиться, и, быть может, это привнести в свои отношения, если они у вас сейчас есть, либо отношения, которые вы планируете создать для себя.